Раньше была площадка для выгула собак у нас вот здесь. Теперь вот такая красота. Этот палисадник по адресу Возрождения 16 домком Татьяна Гончарова создала еще 15 лет назад. Сначала, говорит, приходилось все делать самой, но со временем появились помощники. Я могу назвать уже ряд домов. Допустим, Ясногорская 22, Ясногорская 24, Ясногорская 6. Те дома, поверьте мне, тоже не хуже. Тоже красивые цветы. Люди выходят, люди сейчас просто осознают плоды своего труда. Красоту и порядок любят и жители домов 10/4, 10/5 по улице Верхняя Лысая гора. Уже 6 лет они создают свой райский уголок. У многоэтажек есть своя прогулочная зеленая зона и детская площадка со специальным резиновым покрытием. Мы раньше гуляем, заходим на площадку, пыль столбом, эти камни, дети летают, коленки сдираются. А летом ко мне приезжал внук, они в восторге там носились, валялись, как на ковре. Замечательно. Жильцы сами ремонтируют и благоустраивают свой дом. Для безопасности установили камеры наблюдения, а недавно застеклили площадку перед лифтом. Теперь в подъездах тепло и на каждом этаже создали свои зеленые зоны. Все решения по благоустройству многоэтажек и двора жители принимают на общем собрании. Но в начале сложностей было немало, говорит председатель домового комитета. Нужно было с каждым найти компромисс. Многие поначалу вообще не понимали, зачем мы тратим деньги на то же самое озеленение, на ту же самую детскую площадку. Но в итоге, когда мы получили то, что мы получили, конечно, все поняли, что деньги были вложены не зря. Прием заявок на участие в конкурсе завершен. Районные комиссии приступили к отбору финалистов. Победители городского конкурса назовут 25 декабря. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.